6 августа 23 года, город Хабаровск, центральная 8. Это вот наша детская площадка на два дома. Вот такая вот. Это вот сам дом. Как видите, он плесень по стенам идет. Вот козырек. Вот в таком вот виде он, потому что на него зимой падают сосульки. Вот. Это у нас входная дверь. Вот. Дверь не закрывается никогда, слово даже зимой. Потому что зимой она вмерзает в землю. Электрохозяйство. Вот, видите, у нас такая вот, такое явление есть. Вот. Два конца оголенных. Рядом, кстати, с газовой трубой. Вот полы наши, да? Вот, под тамбур первого подъезда. Вот, видим, стоит вода. Вот, весной была такая же проблема. Управляющая компания заявляла, что это якобы источники бьют подземные. Первый подъезд. Вот, состояние ремонта. Видно по стенам, да? Вот. Вот у нас провода тут всякие. Зимой у нас тут была ситуация, когда разрывало от мороза батареи. Вот, батареи разорвало и починили. Брызги он по потолку идут. Ну, окно никогда не закрывается, никогда не моется. Опять же электрохозяйство. Вот, видите. Щиты открыты. Куча проводов. Под напряжением, непонятно, но их очень много.